Кстати, вот это очень популярно в лайке. Кстати говоря, как называются сериалы с этой поебонью? Это же делают, это же большой спрос вообще в кит-продукции. Гача. Ну это странно. Это странно просто. Просто странно. Гача, лайф. Это что? Это что? Домработница, озвучка сериала Гача Лайф. Ничего же не случится, если я зайду. Извините, я не вовремя. Да, ты нам помешала. Это смог. Ну куда ты? Ты меня заебал, и ты меня заебал. Когда вернусь, не знаю, пока, короче, блядь. Все, аривуар. Ключи дома запустил. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется, ты моя нежность. Кстати, без обид, без негатива, но, возможно, это папа Хелена. Возможно. У них есть очень норвежские губы большие. Возможно, это без негатива именно. Моя награда, и без тебя мне ничего не надо. Что ж, пора раскрыть карты. Банка! У этой девочки свиданка! У-у! Позволь спрошу, ты нашла парня за те полчаса, что меня здесь не было? Мама, ну что поделать? Наверное, я не отродила. Ну какова красота? Мне говорят, ты раньше такой не была. Я, ну извините, вышло обновление, следить нужно было. Если моя жена не будет такой, мне не нужна жена. Я сказал. Чем гуще лес, тем шкибидидоп я съел. Запутался в себе, пытаюсь все развязать. Летаю среди планет на разорванных парусах. Какая мразь тупая. Догадалась перезаливать мои видосы только ранее в лайк. 50 лет тому назад. Вообще кто? Кто? Никто не мог до этого додуматься. Приколы есть там. Какие? Еще два. Да, телефон? Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах, лето летала, ты моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса. Ночь перемен, мысли растамана, пока не устал, музыка играла. And back. Ты красивая, а я страшный. 228. Фух, ебать она. Я Вова Адидас, со мной говорите. Я Вова Адидас. Со мной говорите. Да? Кто ты такой? И как ты нашел меня? Блять, я не знаю, как я попал сюда. Фух, сука. Прекратите, там куча мемов. Не надо брать эти видео, я вас прошу. Это не смешно, это не мем, это тупо. Боже, посмотрите на этого гондона! Не знаю, как я попал сюда. Просто перед уроками снял и пошел в школу. Довольный. Как еще раз? В прошлом быть плохо. Порно это бесовство, не стоит себя целку. Не нравится, не ешь, ну и не лезь в мою тарелку. Ну, он очень горячий. Она начинает дразнить меня по видеозвонку. Она начинает дразнить меня по видеозвонку. Не бойся быть грубым, хватая за руки, мне очень нужна доза тебя. Я хочу, да хочу. Я хочу с тобой на всю ночь. Зацелуй меня всю. Я знаю, ты мне сможешь помочь. Пов, чем увлажняет грубый Марат? Вовки нападают. Okay.
это, скорее всего, это реально голос. Еще очень сильно заводят усики. Лайки, лайки, мои любимые зайки. Я не лучший человек в твоей жизни, однако я уверен, что в один из дней, услышав мое имя, а вы бы неплохо с ней смотрелись. С ней мы бы неплохо смотрелись. Мы будем танцевать, она перетанцует меня. Я не лучший человек в твоей жизни, однако я уверен, что в один из дней... А, блядь, он здесь диппинс, клянусь, уже начало, блядь, клапан сердца закрываться навсегда просто. А здесь принцесс. Услышав мое имя, ты улыбнешься и скажешь... Fuck girls. Он отличался от других. Я как моль уже третий день ем шубу. Погубила Таня Ваню за короткий срок. Теперь Ваня под каблуком. Цок-цок. Цок-цок. У него блядь, боже мой, сука. Какие же вы бессердечные, бездушные, сука, подушки. Залезла на трон, потому что... Димка, мой малыш, дорогие друзья, очень сильно рада, что получилось. А что получилось? Родить? Встречаться? Или что? Приворотить? Вот история умалчивает. И кто это? Это Дима или это ты? Что с Димой? Эй, конфетка! Да. Я? Ты моя бусинка, ты моя кисонька, бля, ты моя жабонька, бля. Да, ириска. Почему ириска? Еще раз свистнешь, без зубов оставлю. Моя злая конфетка, бля, сучка, бля. В детстве верила в любовь, сейчас ненавижу ее и свои чувства. Блин, интересно, они понимают, что они открывают рот не под песню? Как вы думаете? Думаете, нет? Просто мне кажется, если бы понимали, мне кажется, они бы, ну, под песню открывали. Типа, как, это же вообще пиздец. Они это снимают, и о чем? Я украл твое сердечко. Не проси обратно, я не верну. Я жадина по жизни, так что все, знаешь, оно в хороших руках. Так что не беспокойся, все будет с ним хорошо. Доверься мне. Люби меня, люби. Не сдержался, монитор зацеловал, блядь, извините. Извините. У всех бывает свой предел. Я уже вот такого подката не выдержал. Я вот думал попробовать энергетик. Так, успокоились, ладно. Тихо, подожди. Еще пока только думает. Спокойно. В смысле? Я тебе не разрешаю. Ну, зай, я хочу как бы. Я сказал нет. Но я уже купила его. Тогда выкидывай, я тебе деньги отдам. Да, выкинула. Вот и умничка. Вообще-то, испокон веков... Вот такие... Вот тут вот это испокон веков девушки энергетики не пили. Испокон веков и не пили девушки энергетики. Так что очень правильно здесь. Здесь очень правильно. Очень правильно. Иначе бы объяснительную листов на 4 писала.
эссе. Почему она выпила энергетик? А вы влюблялись в кого-то младше себя? Хуя, хуя. Когда проснулся в плохом настроении. Кто ты такой и как ты нашел меня? Я не знаю вас. Не знаю, как я попал сюда. Записывать на 2x обычные липсинки это кридж. Просто запомните, на всю жизнь. Имею любопытный вопрос. Только поэтому это в кринж ТикТоке. Точка хочет любви со мной. Такая, конечно, пошлая. Могу только, конечно, сказать, что это я не поддерживаю. Вот этих, эту парочку. Проверьте, проверьте. Проверьте их. Ладно, кто бы его засосал? Ну, представь, ну ладно, без врослов. Ну вот видите. А чё ты мне тыкаешь? А кто мне тыкает? А я пацанов определил сразу, сука. Я сразу определил пацанов, которые мне тыкают. Девочки пишут я, а пацаны мне тыкнули. Я бы его не засосал. Мне на него похуй. Пока ты убиваешь время, время убивает тебя. Перестань притворяться, что ты странный. Перестань притворяться, что ты модный. Перестань притворяться, что у тебя искусство. Ты просто долбоёб. Эй, сука! Заболела, походу, грипп А, то есть свиной грипп. Какая свинья меня заразила? Ладно. Ладно, как вы думаете, что это? А это свинячий нос. Змея убивает ядом. А брат когда рядом, бля. А я убиваю взглядом. Муж Дима. Димасик. Димер. Вот, то есть вот это Дима, а вот это именно Димер. Димер. Пиздец. Я вот на таком мониторе Global апнул, короче говоря. В 2015 году. Я вот на таком мониторе апнул Global. 1280 на 1024 разрешение. Мне моя мама с работы принесла. Клянусь. А теперь запомни. У тебя есть только одна подруга, а все остальные тюшпаны. Ну просто знаешь, что его уже схавают. Ой, так нравится.